увидели стальное сердце России, которое бьется 90 лет. Югорчане познакомились с производством Магнитогорского металлургического комбината. Экскурсия прошла в рамках деловой поездки. Сотрудники управления туризма окружного департамента промышленности, кернохранилища, Северавтодора и одной из нефтегазодобывающих компаний приняли участие в открытии первого центра компетенции по развитию промышленного туризма страны. Кроме того, наши делегаты поделились своими наработками в этом направлении на специальной конференции «Практика промышленного гостеприимства», после чего отправились на металлургический завод, где поговорили об организации экскурсий на промышленных объектах и обеспечении безопасности туристов.